Здравствуйте. Здесь на фотографии мы видим семью американских длиннохвостых сусликов. Второе имя этих сусликов – Еврашка. Они встречаются как в Америке, так и в Европе, а у нас в России обитают на северо-востоке Сибири, Камчатке и Чукотке. Невозможно переоценить влияние Еврашки на природу Крайнего Севера. Когда они раскапывают свои норы, то выносят на поверхность грунт и таким образом способствуют разнесению семян и преобразованию тундровых растительных сообществ в луговые. Также Еврашка – это постоянная добыча таких хищников, как медведь, лисица, волк, полярная сова и кречет. Таким образом, Еврашка поддерживает природное разнообразие сообщества, в котором он сам обитает.